Я давно работаю в компании, я знаю правила игры, но какой будет сюрприз? Нет. Удивили? Да, удивили. Екатерина Викторовна пришла к нам недавно, она с нами 4 месяца. Ну, мне сразу понравилось. То есть, если человек, ну, если душа к нему лежит, ну, как бы сразу чувствую, где же заплачу. Да. Не знаю, мне кажется, она сама к нам все ко всем прикипела. С нами скучно не бывает. Человек, она хороший, строгий, но справедливый директор. И для нас она как мама, я так считаю. Готова ли ты, Екатерина Шеловец, урожденная в Пскове, пройти обряд посвящения в истинные петербуржцы? Готова. Я представляю, как ей было сложно. Она приехала в чужой город. Она оставила там своих детей, подруг. Она, по-первости, она очень часто уезжала домой. Сейчас она вот, как только у нее выдается дополнительный свободный выходной, она едет домой. Клянешься ли ты кусать шаверму только с правильной стороны? Клянусь. Клянешься ли ты выбрасывать мусор только в Пухто? Это куда? Клянусь. Клянешься ли ты не пускать чужих в парадную твоего дома? В подъезд. В парадную. Хорошо, клянусь. Чтобы завершить обряд посвящения, должна ты, Екатерина, вкусить традиционного угощения питерского. Да не булку какую-нибудь, а самую настоящую пышку испробовать. Кусай! Теперь ты одна из нас. И мы можем смело сказать тебе, что ты заслуженный капитан нашего корабля. А вообще, фуражка эта тебе в скором времени пригодится. Поздравляем! От лица компании «Магнит» мы рады поздравить вас с юбилеем работы у нас в компании. Спасибо за ваш вклад, ваше вдохновение, ваше неравнодушие. Мы желаем вам счастья, хорошего настроения и, пожалуйста, оставайтесь такой же замечательной. Для того, чтобы Екатерина Викторовна больше начала чувствовать себя в Петербурге как дома, мы приготовили для нее необычный сюрприз. Переживали, нервничали. Мы старались. Надеемся, что ей это понравится. Безусловно, ей понравится. Мы же не зря старались. Спасибо вам большое за праздник. Я, конечно, не ожидала такую чудесную погоду на катере с друзьями, с соратниками по работе. Это, конечно, ну, просто чудесно. Это вот запомнится. Я сначала увидела флаг Пскова просто, а это для меня священно. Ну, люди гуляют на берегу и гуляют с флагом. Мало ли, мы начали подплывать, я начала узнавать лица просто людей. Блин, это свои? Я не ожидала, что девчонки приедут из Пскова, это, конечно, круто. Долго нас уговаривать не пришлось, мне позвонила Юля из Санкт-Петербурга. Надо Кате приехать в Питер. Не вопрос, а с собой кого-нибудь можно взять? Можно. Я, конечно, очень рада. Слезки? Ну, конечно.